Во-первых, премии в этом году 5 лет. Это первый юбилей. Ты наконец-то встала твердо на ноги, потому что, как говорят, один раз это случайность, два раза это совпадение, три раза это уже становится в некотором смысле перефразируемой традицией. В данном случае мы говорим уже о 5-летнем юбилее. Все, премия состоялась. В этом году она стала федеральной. К ней отношения уже теперь не только со стороны любителей литературы серьезные, но и со стороны власти тоже считают, что она заслужила, так сказать, того, чтобы быть всегосударственной, всероссийской. Нам же всегда интересно про людей, да? Нам не так интересно про какие-то концепции, про какие-то идеи, про какие-то отвлеченные вещи, да? Нам интересно люди, как они живут, чем они живут, что у них в головах, как они думают, о чем страдают, да, кого любят. Вот то, что такие тексты начинают появляться, а я вижу, что с каждым годом в длинном списке таких текстов больше, и они написаны, разумеется, с учетом там, великих традиций русской литературы, да, но на современном живом материале и современным языком, которым вот люди говорят друг с другом. А это и есть вот живая литература, живая жизнь. И это позволяет нам, собственно, увидеть людей, которые там живут. Когда я говорил о Дальнем Востоке, что там есть о чем писать, это действительно край, который должна осваивать сегодняшняя литература. Она ее осваивает, надо сказать, очень успешно. Вся Россия осваивала Дальний Восток. Это наше достояние. Когда я был во Владивостоке, да, я вдруг понял, насколько это драгоценный край. Ты просто вот садишься на берег океана и понимаешь, что все, здесь кончается вообще вот евразийский континент. Все, там дальше что? Там океан и Америка, да? Я думаю, надеюсь, увеличится география, я надеюсь, увеличится качество, я надеюсь, увеличится, возможно, может быть, даже и число номинаций как-то изменится. Поэтому будущее у этого есть, а какое-то будущее только вот от нас с вами есть. Это очень разнообразный мир, и очень, вот мне очень интересно, да, быть частью вот этого процесса, с мэтрами литературы общаться, которые могут оценить своих коллег, да, на что-то обратить внимание, потому что, ну, нельзя прочесть все, хотя мы пытаемся, да, это сделать. Я надеюсь, что это такой, ну, это шаг, это ступенька. Наша задача построить лестницу, а задача авторов по этой лестнице подниматься.